Любителей кальянов штрафуют в Алматы. В городе прошел совместный рейд полицейских и волонтеров молодежного крыла «Жастаруха». Они следят за общественным порядком в рамках республиканской акции «Каупсыз Куа». В зоне пристального внимания увеселительные заведения. Ни хозяева, ни клиенты не соблюдают запрет на курение кальяна в общественных местах, отмечают проверяющие. К слову, многие из казахстанцев говорят, что о таких правилах слышат впервые. Электронные сигареты тоже в данный момент являются сейчас табачным изделием по статье административного кодекса 441. Наши сотрудники оформили по статье 441, а заведение оформили 442, часть 2 идет. Для посетителей 15 МРК, а рестораторов там 10 МРК. Проверили стражи порядка и активисты, также компьютерные клубы. Нет ли там несовершеннолетних? Всего в Алматы в ходе рейдов выявлено 907 правонарушений. Это уже наш 15-й совместный с полицейскими рейд. Проверяем игровые заведения, также патрулируем улицы. Параллельно мы проводим разъяснительные беседы с населением. Наша цель – сокращение различного рода правонарушений.